Сегодня, накануне юбилея Великой Победы, на фасаде здания Дома офицеров Забайкальского края мы торжественно открываем памятную доску знаменитому полководцу Великой Отечественной войны, маршалу Советского Союза, дважды герою Советского Союза, народному герою Югославии, министру обороны СССР с 1957 по 1967 годы, Родиону Яковлевичу Малиновскому. Малиновский командовал Забайкальским фронтом с июля по сентябрь 1945 года и оставил заметный след в истории Забайкалья. Митинг, посвященный открытию памятной доски, считать открытым. Предоставляется губернатору Забайкальского края Константину Константиновичу Ильковскому. Дорогие товарищи, мы сегодня отдаем дань памяти легендарному маршалу Победы Родиону Яковлевичу Малиновскому, герою Первой мировой войны, герою Великой Отечественной войны и маршалу, который поставил победную точку во Второй мировой войне. И сегодня это вот то малое, что мы можем сделать для того, чтобы увековечить его память. Увековечить его память в первую очередь в наших сердцах. С праздником вас, дорогие друзья! Слово предоставляется командующему 29-й общевойсковой армией генерал-майору Авдееву Алексею Юрьевичу. Уважаемые забайкальцы и ветераны, гости нашего города. Сегодня действительно прекрасный светло-весенний день. Маршал Советского Союза Малиновский, который командовал фронтами в годы Великой Отечественной, командовал округом Забайкальским, внес свою лепту в обороноспособности нашей страны. И мы, сегодняшние воины-забайкальцы, гордимся тем, что выполняем те наказы, которые доставлял великий полководец. С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! Торжественный митинг, посвященный открытию памятной доски маршалу Советского Союза Малиновскому Родиону Яковлевичу, считать закрытым.